Всем привет, дорогие друзья, с вами Йод, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». Сегодня на распаковке «Таверна Красный Дракон», «Тролли зелья» и «Чары волчары». Извиняюсь, название пока тяжелое было. Ну что, заглянем теперь и в эту таверну, которая является, по идее, третьей частью, то есть вот базовая, вторая, третья, но каждая из них играется самостоятельно или стакаются воедино, чтобы получить игру до 8 или до 12 человек. Кстати, 12 человек, елки-палки, такое мероприятие намечается. Ну что, заглянем в эту таверну. Как всегда, коробка нас радует артом. Вот, особенно этот смешной волк и эта милая девочка с двумя хвостиками. Но она инженер, не обращайте внимания на то, что она такая милая. Может и ключом заехать. Как всегда, игра от 2 до 4 человек, от 18 лет, от 30 минут. Как классические компоненты. Ну что, вскрываем эту таверну. Как всегда, мы их скрываем аккуратненько, чтобы потом можно было пленочку подклеить скотчем и коробочки не затирались. Нас встречают правила, кстати, они потолще, то есть бумага здесь такая же, но правил есть новые правила, судя по всему, потому что страничек на одну больше, судя по всему. Вот. Планшеты глянцевые, в отличие от предыдущей части, где они были матовые. Смотрите предыдущее видео, 4 штучки. Как всегда, нас встречают монетки, которые должны с легкостью выдавливаться. Все как всегда, двухсторонние. И жетончики, которые уже вот один выдавился. И вообще идеально, идеально, друзья. Спасибо Хобби Велду. Целая гора зиблоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В этом даже вот один синий жетончик лежит. Ух ты, синий жетончик. И в отдельном зиблоке. Неожиданный поворот. Посмотрим, как он выдавится, потому что он был выдавлен уже из чего-то другого, да? Вот необычный синий жетончик. У нас раз, два, три, четыре, пять колод. Хотя их обычно по четыре. И очень, как всегда, крутой арт таверны. Кстати, по поводу рекламы. Белочка, серия Манчкин, серия эпических магов, которые у нас сейчас все четыре части на данный момент, на 2019 год, на начало. И заглядываем в коробочку, заглядываем в карточки. Вообще, открылись на ура. Нас встречает Вульфрик, питомец Келлина, боже мой, ну и название. Вот такой вот волчек. Одна карточка, но мы потом вернемся к нему. Сейчас сирена. Благочестивая. О, какая милая девушка. Интересно, наверное, она как Фиона любит драться. Вот, на самом деле я очень жду четвертого и пятого дополнения к таверне. Тогда просто будет больше выбора из персонажей. И можно будет больше сделать. Так, вот еще один волчик. Как у нас больше волчика. Волчик хороший. Так, так. У нас приходит милая блондинка. Колода механизмов Визгиль. И она... Вся вот огромная вот такая колода, это походу отдельная колода для вот этой милой блондиночки. Милый персонаж. Причем у нее очень много карт, что очень необычно. Продолжаем распаковочку после небольшой заминочки. Так, очень много всего. Вы можете ускорить видео или наоборот нажать на паузу, если вас интересует какая-то карточка. Потому что здесь их очень много, я буду очень быстро пролистывать. Ох. Карточки матовые, плотные, очень радует. Итак, пытаемся вскрыть следующую колоду. Следующая колода у нас полностью посвящена нашему волку. Воу, фея в стакане. Точнее, в кружке. В
Повышаем темпы. Играем в китайцев. Так, у нас карточка с подсчетом, что у нас здесь написано. Благочестивая Сирена. Это отдельно. У нас вот такая карточка колода зелий Фрека. Еще одна карточка сюда. У нас здесь карточки за миссии идут. Так, выпивка, серый. Выпивка нет, не будем сортировать. Так, посмотрим. Очень много новых напитков с крутыми артами. Пирушка будет на славу. Вот такая выпивка. Еще одна. У нас несколько колод еще такие. Еще две таких карты. И последняя по списку, но не по значению. Я уже так жестоко их открываю, эти колоды. Ух. У нас алхимик Фрекин. У, какой! Он, кстати, такой не очень азартный игрок, судя по всему, но очень ловкий, как ловкач Герки. Вот и все. Ну что, вот мы провели распаковку настольной игры. Таверна, Красный Дракон, тролль зелий, ячары, волчары, елки-палки, нереальное название, вот, где мы нашли планшеты такого же качества, как и в первой части, в этой части второй, кучу новых красивых персонажей, отличные жетоны и новый синенький жетончик. Ну что, теперь вы можете подписаться на нас на ютубе, поставить большой палец, также мы есть ВКонтакте, в Фейсбуке, Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах, TCR и BGG, везде мы клуб мир коробки или просто мир коробки, потому что каждый играет огромный мир в маленькой коробочке. Всем пока!